Мика, это же вот эта Лика, да? Угу. Да. Вот это вот. Да. Да, ты. Мама, меня испугали. Дочь, это я твоя мама. Ты почему уроки не сделала? Ты что ребенку пугаешь? Ну, этому ребенку 24 года, и она не работает. Иди на работу, на шею села. Я шучу, а то ты там сейчас подумаешь, что обидишься на меня. Как у тебя дела в городе? А Свет? Я как бы привыкла к Виталику, ну ладно. О, Виталя, Виталя! Бесит, блядь. Иди нахуй. Тупая. Тупая. Че, к чему? Она твоя однофамильница, а ты на нее так кидаешься. Че у вас там? По закону ты не права, а тебе грозит. В смысле не права? Это до 15 суток. Это ей грозит. Ей грозит. Че на мою фамилию спиздила? Вообще пиздец. Ну не говори. О, блин. Или уже люди. Ты че? Это когда мама хотела с ребенком иметь одну фамилию. Ты приемный, сука. Сука. Так, будем продолжать прыгать за борт, да? Я не знаю анекдот. Бля, помогите. А ты хочешь анекдот? Да. Сука. А он тебя нет. Ха! Ну блин. Шутка! Фига, у тебя жопа странные звуки издает. Очень смешно, опять шутка. Серёж. Позвони мне на номер, и я тебе отвечу. Мика, лови плюху. Ты чё хрюкаешь? Аккуратнее, приятного аппетита. Я не... Ника, почему ты целый день сегодня грустная ходишь? Чё? Кто? Кто? Я Ники спрашиваю, почему она целый день грустная ходит? Ты видел меня? Да. В Пятёрочке ты сегодня покупала лимонад. Понятно. Я тебя там покупала. Какие острые шутки. Я такой маленький был, у меня еще глаза узкие, волосы длинные. Я заметила. У вас такое всегда? Ты хочешь? Это еще я понимаю, что еще даже ни о чем, мне кажется. У меня также на спине волосы, как у тебя, растут, вот прямо слева направо. Понятно, понятно. Что, блядь? Кстати, ты под себя нашла ту расческу или нет для спины? Нет. А ты? Я да. Хватит острить, пожалуйста. Я, блин, такое нашел. Перца хватает. Жизнь, да. Ну, блин, как будто, знаете, графику на ноль понизили, то есть, и вот, ну, да, вот, да, да. Вот такая же просто. Ты папе говоришь? Света, да, батя. Очень. Прикинь, он тебе завтра утром так же скажет и выгонит из дома. Что поделать? Вот у тебя есть два направления, идти вверх по лестнице или идти вниз по лестнице. Куда выберешь, куда пойдешь? Вниз, конечно. Вот ты идешь вниз, там куча бомжей, 4 штуки все стоят. Что ты будешь делать? Пойдешь назад вверх или попытаешься через них пройтись? Не знаю, с ними сядь. Или постучишь к соседу, чтобы он... Или к соседу постучишь, чтобы он помог тебе спуститься. А наверху что? Ну, сосед? Узнаем, если она пойдет. Давай, у тебя 3 выбора. Сосед спуститься к бомжам одной, постучаться соседу или пойти вверх? Спуститься к бомжам. Ты, короче, спускаешься к бомжам. А это твои одноклассники, короче. Сука, это уж смешно. Но это жизненно. И они, короче, все обидные моменты вспомнили, короче, поймали. Да, что вроде дострить уже сдолбал. Одели на тебя кожаную маску, молнии, рот, собака. Сука, иди нахуй. Ты чё, вообще? Дальше продолжать. Дружный нет. Клуб. Нет, ну что сказать? Где вы все? Я дома. На ферме Стива. Логично, логично. Лично я дома, но в Кемерово. А я тоже дома. Я дома в Москве. Нет, я на улице. Я внизу, бомжи. Вы знаете, что мы уже 8 минут своей жизни прошли? Главное, чтобы не 8 лет. Я, наверное, тебя огорчу или нет, я не знаю. Подожди. У тебя сифилис? Я когда-то знал, забыл. Чего? Ты умненькая? Нет. Почему? Не знаю. Но она же сказала, что она не умная, все. Вот именно. Что бы ты сделала, если бы нашла кость динозавра? Не знаю. Собакам бы ее отдала. А если бы потом тебе мама сказала, что это твоя нога?
Ты бы забрала ее? В смысле? Ты хочешь сказать, что Ника единственный динозавр, который выжил? Нет, я намекаю на то, что Ника старая. Ника. Да ладно, я шучу, еще молодая. Сколько привидений живут? 9 лет. Предположим. А вот смотри. Вот есть же старые вещи, которые долго стоят, да? Допустим, вот, ну, шкаф у твоей бабушки с дедушкой. Или у тебя на стене. Вот. Я тебя огорчу. Я такой человек, у которого нет ковра на стене. Ну, это то же самое. Ну, ты когда спать ложишься, он там появляется, как привидение. Вот, да, я думаю, что это черное появляется на зеркале? Это скорее всего, твое отражение, когда ты в него смотришь. Да ну, ты серьёзно? И оно намекает тебе, что надо меньше жрать. Я тебе скажу, что... А с кем я разговариваю сейчас? С человеком. С нами. Ну все, девки, вот теперь я с вами. Я поговорил, ко мне кто-то другой просто приходил. Что вы там говорите? У кого смех, как у обезьянки? Ну-ка, посмейтесь. Смех. Кого-то, знаешь, банан отобрали, честно. Почему так остро? Запей молоком. Это сбавляет кислоту. Не, ну радует то, что мы хотя бы будем дольше жить. Нет. Почему? Ты если жрать на ночь много будешь, ты долго не проживешь. Что ты делаешь, Света? Чё она делает? Что ты делаешь? Чё ты делаешь? Да я прилипла к твоему заду, блядь. Как собаки, знаешь, во мне спаривали. Джема. А в мире животных? Итак, теперь начнем в мире животных. В мире собак. Кто там что жрет? Тебя. О, сука! О, да! Я что-то жирный. Я не смог спрыгнуть. Это знаешь, как вот много листов А4 взять, да, и распечатать там, допустим, как палец поднимается из канала, например, и быстро листать. Сука! Из канала? Да, только без К. Ебать тебя штырит. Что массаж? Да, моя пизда. Да. Сука, рука. В смысле со Светы? Да, моя пизда. Как бы это я делаю, ну ладно. Да нет, я имею в виду, она что-то идет такая, да, моя пизда. Я посмотрела мои видео, ты не понял, что, короче. У меня такое ощущение, как будто сейчас, не знаю, взлетишь там куда-то. В смысле, исследуем Даруники? Вы что, охуели, блядь? Алло! Чего? Это что за говно? Сука, я сейчас уебу вам. Да ты чего? Да вы чё охуели? Да чё мы сделали-то, блядь? Чё за говно? Да чё мы не срали? Да чё случилось? Что случилось? Ась? Серёжа уёбок, блядь, это он сделал. Да ну пизду, а? Чё? Да всё, меняю, вот, всё. Да ты охуел вообще? Да чё он сделал? Всё, уже закончили исследование. Да чё вы сделали? Исследование только Ники. Иди нахуй, а? Да чего вы сделали, вы мне скажите? Посмотри, короче, название. Не смотри! Не надо! У меня ничего нет. Хочется что? А чё там, ну скажите, вы пиздец. Да вы пиздец вообще охуели, блядь! Что-то написано, что... Щаника, короче, нас исключит. Да! Пиздец вообще уже. Да чё там, блин, произошло? Помогите мне, пожалуйста, я не шарю. Да, блядь, ух, сейчас ебану. Как это название ёбаное менять? Как его менять? А нас-то за что? Это Серёжа надо? Как название менять? Сейчас, блядь, ему устрою, сука. Как название менять? Да чё он написал? Витя, скажи, да как название менять? Витя, скажи, как он... Чё он написал? Плохой очень. Я не хочу это говорить. Ну, пожалуйста. Подожди. Ну, пожалуйста. Где, бля, вы где?
Ты дура. Мы ее потеряли, Хьюстон. Блять. Ты где, Карл, сука? Пойдем по ней. Я потерялась. Идите назад. Ника. Чего? Ты переживаешь? Очень. Сильно? Да. Мы нашли, кстати, инопланетный объект в... Ух, блядь! Видишь нас на карте? Иди сюда. Во время исследования. И мы его забрали в лабораторию. Ты не против? Мы уже давно нашли этот объект. Идите нахуй, а! Мы пока исследовали дыру, вот нашли. Твою, блядь! У нее нет, у нее там все нормально, у нее чисто. У тебя там, кстати, у тебя там почему-то образовалась своя жизнь, знаешь? У тебя там вообще мир целый, понимаешь? Как на Земле, только там странные виды, там есть мини-бегемотики, но у них шея пожирает. Ой, блядь, там вообще, у тебя рептилии там живут. Кстати, откуда ты знаешь, что у тебя там рептилии, ты что, да, не сможешь залезть? Они, кстати, очень далеко залезли. Я про тебя говорю. Почему я так? А и, кстати, хочешь чего прикол скажу? Вот эти рептилоиды, да, они рептилы, да. Они называют, да, рептилы. Они себя называют рептилами, у них есть рептилуйский язык. Ого! Ого! Куда зашли? Иди по вальту, короче, не мешай нам. По вальту. Иди по королю и по даме. А потом на десятку через туз на девятку выходишь, поняла? Это название улиц, да? Ну, кстати, да, у тебя так переулки там называют. Очень смешно. Знаешь, первый проулок, проулок, валет. Червовый. Бубовый. В Червовом почему-то все черные рептилоиды живут, я не знаю почему. Там ты живешь, я тебя... Слушай, он за эти минуты две изучил тебя полностью. Иди нахуй. А вот, кстати, насчет того, что я там живу, мне это тоже понравилось. Куда мы идем? А как туда пролезла? Мы идем отправлять экспедицию опять к Нике. Ой! Я загружаю всех в корабль. Корабль такой, как на ракету похож, знаешь. Сука. Нику назвал тортик. Давай. Кто там в туалете сидит, тужится опять? Вы через графику прошли? Да. А ты что, просто бежишь? Ты психологу скажи, я думаю, она не одобрит твои действия. Через графику? Как мне идти, через графику или как-нибудь еще? Как ты в школу ходишь? Через графику. Ты посмотри. Да. Нормально. Чего? Чего? Надень штаны. Ты чё тупой? Штаны надень. Они одеты. Ты чё меня опять соблазняешь, я не понял. Ты чё охуеть? Штаны надень. Ника, не маши этим передо мной. Ника. Ника. Ой, прости, Ника, я случайно. У нас тут паровоз заелся, короче. Просто идеальный микрофон. Ника. Чего? Убери свою жопу с моей коленчиком. Ты что, охуел вообще? Ты что там делаешь? Ника, вытащи мою из... У него хорошее воображение просто. Да. Ника, зачем ты это засунула в свой рот? Ника, блин. Это моё. А как в туалет буду ходить, ты потом? Вот это зачем? У меня аж слёзка потекла. Чё так сложно-то? О, графика. Ника.